А вот новоселам ростовского жилищного комплекса Екатерининский не стыдно за своего застройщика. Сегодня в торжественной обстановке им были вручены ключи от новеньких квартир. К слову, дом был сдан точно в срок. Галина Пилипенко увидела счастливые лица обладателей квадратных метров. Счастливых людей в Ростове стало больше. В западном жилом массиве на улице Магнитогорской Ассоциация строительных организаций «Комстрой» ввела в эксплуатацию третий дом в жилом комплексе «Екатерининский». Первым 11 дольщикам ключи вручил глава администрации Ростова-на-Дону. Не просто сдали, а сдали точно в срок. Жилой комплекс Екатерининский, 11,5 гектаров территория застройки, более 220 тысяч квадратных метров жилья, 3 детских сада, поликлиника, отделение полиции, почты, отдельно стоит комплекс парковок со станцией СТО. В следующем году мы еще 2 дома вводим. Так может выглядеть расстановка мебели в вашем гнездышке. Комстрой дает выбор от небольших студий, одно- и двухкомнатных квартир до просторных трехкомнатных. Если у потенциальных новоселов нет денег, партнеры Комстроя помогут с кредитом. С большим удовольствием на протяжении многих лет работаем с ОСО «Комстрой». За многие годы этот застройщик ни разу не подвел ни нас, ни наших клиентов, поэтому мы всем рекомендуем пользоваться. Покупать. К жилью прилагается полная инфраструктура. От летнего кинотеатра, где каждый вечер можно смотреть фильмы бесплатно, до оборудованной зоны барбекю. А еще детская площадка, пекарня, бассейн для грудничков и возможность экономить на квартплате. В жилом комплексе Екатерининский – собственная котельная. Галина Пилипенко, Эдуард Петренко, «Вести», Дон.